Организаторы медиапроекта «Россия-10» прислушались к просьбам чиновников Департамента культуры расширить список памятников архитектуры, которые претендуют на звание лучших в стране. В перечне от Иваново 6 дополнительных позиций. Храм во имя иконы Божьей Матери в Фурманове, музей Сица в областном центре, дом «Корабль», Плесские соборная гора и Воскресенская деревянная церковь. Также в список вошел один природный памятник – архипелаг Асафовые острова. Теперь, считают, в Департаменте культуры ивановцев и гостей региона есть простор для голосования. Если бы не рамки, установленные организаторами, список можно было бы пополнять бесконечно. Исходя из нашего богатейшего историко-культурного потенциала области, я думаю, 30 бы было мало. Важно сейчас закрепить наши объекты в первом туре. Первый тур закончится уже в июне.